Современный мир продолжает оставаться свидетелем все новых и новых точек противостояния в различных частях земного шара. Очень символично, что мы с вами находимся на священной Сталинградской земле именно 24 апреля 2021 года. Malheureusement, le monde moderne continue d'être témoin de nouvelles confrontations dans les quatre coins du globe. Il est très symbolique de nous trouver sur le sol sacré de Stalingrad le 24 avril 2021. Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года учрежден Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, который отмечается ежегодно 24 апреля. En décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 24 avril la journée internationale du multilatéralisme.